Подача заявки на ежегодную выплату многодетным семьям стала проще благодаря специальному сервису. Теперь он самостоятельно будет заполнять электронную форму сведений о детях. Сначала специальный сервис проверит в информационной системе данные о всех детях заявителя. Затем покажет только тех, на кого положена выплата, но еще не назначена. Родителям останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение. Услуга предоставления ежегодной денежной выплаты многодетной семье доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка. Поддержка семей с детьми». Напомню, что детям из многодетных семей, которые имеют регистрацию в Московской области – и учатся в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная денежная выплата. На каждого ребенка родители могут получить по 7 тысяч рублей один раз в год.